Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Маулина Ашимбаева, сообщается на сайте Агарды. Спикер Сената рассказал об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи Государств участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации. Маулин Ашимбаев также сообщил о ходе подготовки к 7-му съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане. Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности, говорится в сообщении.